Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Nescafe». Доброе утро, наши дорогие горячо любимые. Здравствуйте, пятница. Ура! Поэтому и радостные мы такие. Ворвались шумные Дмитрий Смолаков. Да, да, да. Рита из Узмовска. Я чуть-чуть поспокойнее. Но Nescafe Classic, видимо, делает свое дело. Взбодрились, развеселились. Да, да. Еще и новости классные приехали. Так, именно поэтому мы веселые. Разрешают есть официально на ночь. Жрать на ночь можно теперь, да. Поэтому мы такие радостные. Эй, как же в пятницу вечер-то по-другому провести? Аж слеза на глаза наворачивается. В общем, многие считают, что на ночь категорически есть нельзя. Но если выбрать правильные продукты, то никакого вреда для здоровья и фигуры не будет. Миф о ночном питании развеяли ученые из Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии. По их словам, перед сном можно съесть смесь из орехов, а также злаковые хлебцы с ложкой орехового масла. Вот то есть жиры на ночь допустимы. Но какого, как говорили когда-то, художника можно есть... орехи. Они безумно калорийные. Да. И, естественно, это все тут же будет отлегать на бока. Нет. Да как нет? В общем, орехи – это правильные жиры. И если ты в течение своего дня в колораже жиров не добрал, то орешки на ночь вполне себе можно. Так, то есть ты еще скажи, что по этой же логике можно там, например, там семгу на ночь лопать. Можно. Да как лопать? Она же калорийная, жирная, она будет откладываться. Нет, все можно. Нет, подожди. Если организм расходует, то он расходует. Так. На ночь, за ночь он много не расходует. Но ты же знаешь, что существует нормой. Либо ты съел и выработал, но если, допустим, все это за день не сгорело, то у тебя еще остается чуть-чуть зазора. И ты можешь, то, что ты у тебя там пару калорий не добрал, пару сотен, можешь их вот в виде семги, в виде орешков, в виде белка либо клетчатки. Так что все, что ты не доел, а у тебя еще осталось местечко, можешь съесть и на ночь. Так, тоже. У меня складывается ощущение, что мы адепты каких-то разных диетологических сект. Из многообразия орешков, как утверждают такие специалисты, как Таис, можно выбрать кешью, миндаль или пекан. Не будет никакого вреда, если полакомиться на ночь творогами или черешней. Но если вы будете совмещать, то здорового сна вы не увидите. Специалисты отметили, что вечером чувство голода может появиться, если в дневное время питания было недостаточно. И чтобы ночью не тянуло к холодильнику, стоит уделить особое внимание завтраку и обеду. При этом ученые добавили, что к желанию есть ночью может привести стресс или переутомление. Поэтому следите за общим уровнем усталости организма. Если вы достаточно спите, достаточно пьете и полноценно едите днем, да, то вечером вас тянуть на вредненькое и сладенькое не будет. Кстати, зачастую на ночь на сладенькое вас тянет потому, что в организме не хватает белка. Если вы не выедаете свою норму по белку, то вас будет тянуть на сладкое. Как-то поэтому белок, клетчатка и жиры, углеводов никаких. Можно. Да. Я просто вот даже, знаешь, вот иногда бывает по ночам я прохожу мимо кухни, знаешь, вот у меня просто вот в коридор и уборная примерно вот, и я слышу вот правым ухом так пс. Это холодильник, да? Я такой, кто здесь? Ты пс, открой меня. Я открываю, а там что-нибудь калорийненькое, знаешь, там прянички какие-то лежат, говорят, съешь меня. А кто я такой, чтобы с ними спорить? Да, это правда. Да. В общем, не будем спорить. Приятного аппетита и доброго утра. День в истории. Сегодня отмечается Всемирный день моря. Которого ты не видел давным-давно. 2 года. Скучаешь и плачешь. Катись оно все. В общем, целью этого Дня моря является привлечение внимания мировой общественности к сохранению биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Вопрос, кто будет думать о биологических, природных и рекреационных ресурсах моих собственных? Вот именно. Только мне срочно надо туда подумать и проверить, как оно там. Конечно, без нас. Конечно, поэтому ты сам о себе и подумай. Отпуск себе запланируй и поезжай, я тебя отпущу. Поработаю одна, уже приходилось. А также мы вернемся все-таки к Дню моря. К таким острым проблемам призывает этот праздник, как безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством и необходимость защиты водных пространств от нефтяного загрязнения. Далее расскажем, что еще интересного произошло в сегодняшнюю дату. 24 сентября на календаре.
Сегодня отмечается Международный день караванщика. Это официальный праздник профессиональных каравановожатых, дальнобойщиков, а также всех участников транспортных и судовых колонн, их команд и сопровождающих экипажей. Изначально под словом «караван» подразумевалась группа людей с вьючными животными, путешествовавшая по небезопасной местности, и цель их объединения для совместного пути заключалась во взаимопомощи. В наши дни караваном называют сухопутные, транспортные, морские или речные судовые колонны. Осенины. Русский народный праздник проводов лета и встречи осени тоже отмечается сегодня. По народным обычаям в этот день с песнями провожают в поле закат солнца, срывают спелые яблоки, освещают их и впервые едят. Каждая семья готовит угощение. Для праздника варят пиво и закалывают барана. Из муки нового урожая пекут пирог. На праздничном гулянье поют песни и радуются урожаю. 24 сентября 1957 года в Барселоне состоялось открытие стадиона Camp Nou, что в переводе означает «новое поле». Арена входит в десятку самых величественных стадионов планеты. Здесь могут разместиться почти 100 тысяч зрителей. Первым матчем, который прошел на стадионе в честь этого события 62 года назад, стала дружеская встреча Барселоны и польской команды. Матч закончился со счетом 4-2 в пользу каталонцев. Первый гол в истории нового стадиона забил игрок клуба «Барселона» Эулохио Мартинес. Мы продолжаем наши рассказы про районы города. И, в частности, сегодня продолжаем повествование про ботанику. В будущем в учебниках по телепремудростям всяким, я думаю, напишут, что это район, где родился и вырос известный некогда телеведущий Дмитрий Спиваков. Я ожидал, что ты сейчас про себя скажешь. Ты что же у нас ботаническая? В общем, пока наш репортер Елена Кирка расскажет вам, что интересного можно найти на ботанике. И чем этот район такой великий. Сегодня ботаника – зеленая зона с большим количеством парков и скверов. Многие из них были построены еще в советское время и с годами заметно обветшали. Местные власти приняли программу реконструкции зеленой зоны. Сейчас, к примеру, проводится масштабная реставрация парка на пересечении улиц Кузовода и Сармисидетуза. Ранее был отремонтирован парк Валя Трандафирилор, которая является визитной карточкой нашего сектора. И вот сейчас мы взяли в этом году еще один парк, который полностью будет реконструирован. По периметру всего парка будут возведены новые тротуары вместе с парковочными местами, а уже внутри самого парка будут находиться и детские площадки, и спортивные площадки, общественный туалет. И центром данного парка будет являться небольшой амфитеатр. Всего на территории сектора «Ботаника» 10 парков, каждый из которых будет поэтапно реконструирован. На очереди парк имени Сергея Лазо. Ремонтные работы в нем запланированы на следующий год. Открывают в районе и новые скверы. В этом году был обустроен мемориал жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Там установили памятник ликвидаторам последствий этой техногенной катастрофы. Обустроили аллеи, модернизировали систему уличного освещения и установили камеры видеонаблюдения. Одно из любимых мест отдыха кишиневцев на ботанике – столичный зоопарк, открытый в мае 1978 года. До этого времени посмотреть на диких зверей и птиц можно было только в передвижных зверинцах, которые изредка приезжали в город. Сейчас же в коллекции зоопарка больше 1500 разновидностей животных, и она постоянно пополняется. Например, в 2000 году из новосибирского зоопарка привезли 4 львят, а еще сибирских козерогов и лемуров. Для лемуров был отстроен новый комплекс. Они буквально в период карантина у нас пожили в нашем помещении, но вот уже с весны переехали на свое постоянное место жительства. У нас новый большой экспозиционный павильон. Посетители могут видеть только снаружи лемуров, внутрь они не заходят, внутри только рабочие зоны. Но, тем не менее, обзорная площадка из стекла очень большая. Их можно посмотреть со всей стороны, они как на ладони. Видно, как они играют, видно, как балуются, видно, когда спят все в кучке. То есть он очень удобен с точки зрения просмотра.
На всеобщем обозрении теперь и дикообразы с капибарами. Сотрудники зоопарка стараются улучшить жилищные условия своих питомцев. В этом году многие из них переселились в новые апартаменты. У медведей и волков не просто вольеры, а огромные по площади природные комплексы с зелеными насаждениями, спроектированные таким образом, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно. Преобразилась и территория зоопарка. На главной лестнице появился фонтан с кувшинками, в котором посетители оставляют на память монеты. Еще одно место, которое неизменно напоминает о детстве, мороженом в стаканчиках и сладкой вате – парк аттракционов. Юнга, солнышко, колокольчик, сюрприз – название этих каруселей знакомо каждому ребенку. Главной достопримечательностью этого места является так называемое колесо обозрения. Объект высотой 28 метров предлагает впечатляющую панораму для тех, кто решится на нем проехать. Сами аттракционы были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века. Они были изготовлены на военных заводах из высокоуглеродистой прочной стали. И, возможно, поэтому остаются в рабочем состоянии и сегодня. Не одно поколение уже выросло здесь. И даже вот из моей практики, собственно, я вижу, что я помню, девочки ходили с куклами, теперь ходят здесь с колясками со своими детьми. Сектор «Ботаника» – площадка для многих культурных мероприятий. В ботаническом саду проводят концерты, а в культурно-развлекательном центре «Орион» куют молодые таланты. Вот уже 40 лет здесь работает ансамбль эстрадно-спортивных танцев «Ритмы века». Лауреат международных и республиканских конкурсов. Победитель телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Детки разные, детки классные. Мне очень нравится, что все приходят с большим таким желанием научиться чему-то. Так мы все-таки ритмы века, мы стараемся все наши танцы, чтобы они были в ритмах вот именно этого века, нашего 21-го. И все новые новшества, которые появляются везде, на телевидении, в Ютубе, мы все время их интересуемся, начинаем их изучать и применяем это в наших танцевальных постановках. Танцевальный коллектив активно участвует во всех местных мероприятиях. Часто гастролирует за границей. Правда, сейчас, в период пандемии, чаще выступает на онлайн-фестивалях. Компания Baidu, создатель крупнейшего в Китае поисковика, анонсировала автономный грузовой электромобиль с электрической трансмиссией. Ты должна была начать компания Baidu, которая делает отнюдь не Baidu. Да, грузовик Xing2 оснастили мощным процессором производительности более 500 тераопераций в секунду. Ого. Он разработан, что угодно, хоть знаешь, сколько это? Это звучит очень звучит мощно. Звучит как очень много, да. Он разработан для поддержки автопилота третьего уровня, а также оснащен десятком камер и радаров. Новинка сможет проезжать до 300 километров на одной зарядке с общим весом машины в 49 тонн. Батарея съемная, ее можно заменить на новую всего за 6 минут. А для полной зарядки севшего аккумулятора требуется около 60 минут всего. Новый автономный грузовик получил вместительный спальник, также в распоряжении водителя информационно-развлекательная система с сенсорным экраном во всю ширину передней панели. В планах серийное производство Xing2 в ближайшие 3 года. На улице то холодно, то жарко, и порой в последнее время погоду эту понять невозможно. И встреча человека со стихией становится непредсказуемой. Как говорил Виктор Цой, следи за собой и будь осторожен. Об этом же говорят и герои многочисленных видео из сети. Встреча с сильным ветром нужно подходить во всеоружие, уверены пользователи сети. Иначе ты рискуешь оказаться один на один со стихией. Как это? А вот представьте, выходишь ты из дома за хлебушком, а до магазина дойти ну никак. Кстати, некоторые наивно полагают, что сильный ветер опасен только для очень легких людей. Заблуждение. Стихия не щадит никого. Можете брать в руки тяжелые предметы, да хоть гири, результат будет один. Для стихии вы все равно останетесь бесправной пушинкой.
не можете победить что-то, тогда постарайтесь с этим чем-то подружиться. Так, например, ветер может придать неплохое ускорение всем, кто на колесах, велосипедистам, например. Одно маленькое уточнение, чтобы была реальная польза, в этот момент нужно находиться непосредственно на железном коне. А надо-то было вот так, как этот велосипедист из Италии, который грамотно воспользовался попутным ветром и обогнал всех, даже мотоциклистов. Кстати, о мотоциклистах и автомобилистах. Думаете, им стихия не страшна? Как бы не так. Молодой человек, я свою доставку уже 3 часа жду. Что вы скажете? Сильный ветер? Это еще не сильный ветер. Вы сильного не видели. Действительно, разве это сильный? Так, на троечку. Вот когда ты оказываешься в воздухе, тогда да, можно говорить, что стихия, пожалуй, разгулялась. В общем, оказаться во власти стихии несложно. Гораздо труднее удержать в этот момент телефон в руках, чтобы снять потрясающее видео, которое потом будешь пересматривать годами. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Новое утро. Новый кофе «Нескафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafé Classic. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Nescafé. Собак. Специалисты включили в пятерку самых умных. Пудель на втором месте, на первом бордер колли. Ты кого сейчас показывал? Не, я просто это телевизиеникус симпликус. А, вот может есть, быть, да, тоже да. Такая древняя римская порода. Вот пудели терпеть не могу, бордер колли обожаю. Выглядит, конечно, как дворняжка, но это действительно безумно умные собаки, которые могут запоминать до 50 разных команд. А мы говорим про пуделя. Изначально он был рабочий, охотничий или пастушьей собакой. Угу. Сейчас он чаще всего плюшевый, домашний любимец, потому что хорошенький, умненький, команды запоминают. В общем, самое настоящее чудо. Как за ним ухаживать, расскажем далее. Ой, какой хороший. Ой, ты мой сладкий. Кудряша Марсика, Алена и вся ее семья влюбились на одной из выставок. Пришли туда, так сказать, на разведку. А питомцы думали давно, но никак не могли выбрать породу. Хотели, чтобы песик был небольшой и не совсем маленький, игривый и послушный. И вот когда дошли до вольера с малышами той пуделя, решили, что дальше можно и не смотреть. Это именно та собачка, ну вот как она сидит на ручках. Хочется ее гладить, хочется с ней обниматься, ласкаться. Детки вообще с ума сходили, они хотели сразу же в первый день, когда мы увидели эту породу, взять уже одного, двух или трех щенков. Той пудели – это самые маленькие представители породы. Вообще существует 4 ростовых разновидности – большой, малый, миниатюрный, или его еще называют карликовый, и той. Интересно, что разница между последними всего 1 сантиметр, то есть той должны быть до 28 сантиметров в холке, а карликовый – от 29. Но понять, кто в итоге вырастет из щенка сразу при рождении, нельзя. Щеночек может родиться, ну, допустим, вот этот вот там крупненький, да, крупненький, а в 4 месяца он остановился и не дорос до 28 сантиметров, соответственно, он будет тоем, а маленький родился и рос до 5 месяцев и стал карликом. Если рождается тоем девочка, и если она совсем очень маленькая, конечно, такую девочку нельзя пускать в разведение, потому что, ну, скорее всего, то, что она не разродится. Что касается характера и темперамента, то разницы между тоями и карликами нет. Да эти малыши и от своих более крупных собратьев мало чем отличаются. Пудели в целом очень добродушные, энергичные, веселые и умные. Про породу даже в шутку говорят, что по уровню интеллекта это, конечно, еще не человек, но уже и не собака. Изначально пудель выводился для подачи дичи из воды, и это до сих пор у них сохранилось. Вот. Пудель прекрасно схватывает все, чему его учат. Его можно использовать и как компаньона, и как спортивную собаку.
и как служебную собаку, и как охотничью, и обучить собаку поиску любых предметов. Миниатюрных пуделей на службу, конечно, не берут. Это все-таки декоративные песики, компаньоны. Хотя и они могут быть неплохими сторожами. В случае чего предупредят хозяина об опасности. Полаять они любят. Поэтому важно щенячьего возраста приучать их не брехать без повода. В целом-то они спокойные, не агрессивные, на незнакомых собак и людей не кидаются. Но социализацию и воспитание даже для такой умной породы никто не отменял. Если собаку не развивать, если не занимать ее ум, то собака начнет занимать себе этот ум сама. Но если вы, у вас есть возможность уделить собаке хотя бы 2-3 часа в день, погулять с ней, поиграть дома хотя бы, даже не обязательно прогулки, они прекрасно обходятся размерами квартиры, ходят в туалет на пеленку или на лоток, пуделю этого будет достаточно. Так что с миниатюрным или той пуделем справится даже тот, у кого еще не было собаки. Единственное, с чем могут возникнуть трудности у новичка, это с уходом за шерстью пуделей. Впрочем, и опытным владельцам иногда требуется помощь грумера. Волос при выпадении у пуделя, он не опадает, а запутывается в его завитках, в результате чего образуются колтуны, которые, соответственно, нужно расчесывать. Мыть пуделя нужно не реже, чем раз в месяц. После помывки его следует полностью просушить феном до самых корней, параллельно с этим вот так вот вычесывать, для того, чтобы вся шерсть выпрямилась, в результате чего, допустим, удобно провести стрижки. Еще пуделям надо выщипывать шерсть в ушах. Из-за того, что они плотно прилегают к голове, ушные раковины практически не проветриваются. Там может скопиться влага и начаться воспалительный процесс. Кроме предрасположенности к отиту, у карликовых и той пуделей есть риск развития глазных патологий, а также вывиха коленной чашечки. Животному периодически становится неудобно становиться на лапу, он поджимает ее, через какой-то промежуток времени собака опять встает на 4 лапы и бегает, у нее все хорошо. Как правило, для этого, для диагностики данного заболевания необходим ортопедический осмотр, постановка диагноза, и в некоторых случаях с этим ничего не делать, в некоторых случаях приходится прибегать к операции. Ну а в целом у породы крепкий иммунитет и хорошее здоровье. Среди миниатюрных пуделей немало долгожителей. В среднем эти песики живут 12-15 лет. Что ж, настало время подводить итоги. По традиции начнем с недостатков. Минусы. У очень маленьких той пуделей могут быть проблемы с родами. Сложный уход за шерстью. Есть предрасположенность к глазным болезням и вывиху коленной чашечки. Плюсы. Обладают высоким интеллектом, легко обучаются. Практически не линяют. Дружелюбные и ласковые. Для Алены, конечно, самое главное, чтобы их той пудель стал другом для детей, чтобы они вместе резвились. Хотя, когда малышей нет дома, она и сама с ребячьей радостью играет с Марсиком. Ну что ж, настало время поесть или хотя бы поговорить о еде, или хотя бы подумать о еде, чтобы насытить себя хотя бы мысленно. Да, мы дожили до времен, когда Таис говорит, что говорить о еде и поесть – это две абсолютно идентичные вещи. Ну да. Таис, ну что ж так… Питаюсь энергией, знаешь ли, мыслями. Да, просто как ни крути, если мы перед камерами будем кушать, это будет не совсем эстетично. И именно поэтому нам остается только смотреть, как готовят и кушают другие люди. И именно поэтому сейчас в нашей программе лучший рецепт от бренд-амбассадора наших партнеров сети магазинов «Максимум» Дмитру Бойку. Всем доброе утро, меня зовут Дмитру Бойку. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными рецептами или кулинарными идеями к вашему завтраку, да и не только. На повестке у нас сезон яблок, у нас их много, и мы готовим на этой неделе 3 рецепта на базе этих прекрасных фруктов, которые у нас в стране много, их большое разнообразие, и они по очень приятной цене. Что нужно? Вообще, на самом деле, я очень редко сейчас где встречаю яблочные оладьи, потому что для всех оладьи это в большинстве своем какая-то история, которая превратилась в панкейки, еще во что-то. Ну, короче, в общем, такая какая-то затуманенная история, скажем так. Но я, например, вспоминаю свой детский сад или школу и помню прекрасно о том, что у нас там в столовой подавали очень классные яблочные оладьи. Вот, поэтому сегодня рецепт яблочных оладьев, который на самом деле супер вкусный, супер полезный, мне кажется, и очень простый в приготовлении. Итак, набор ингредиентов у нас есть. Мы начинаем, конечно же, с яблок. Какие яблоки можно взять? Здесь уже все как вашей душе угодно. Я сегодня на кухне не один, у меня есть кулинарный помощник. Это очень классная, замечательная кулинарная машина от бренда Kenwood, которую мы очень сильно любим здесь.
знаете, вот когда это любовь, которая абсолютно заслуженная. Ну, то есть, как бы вот такая честная. Потому что Кен вот всегда очень круто справляется со своей задачей. Неважно, что это. Перемешать, взбить, измельчить, нашинковать, нарезать. У нее есть даже отверстие для мясорубки, верхнее отверстие для блендера или для чаши измельчителя. Ну, короче, в общем, настолько многофункциональный, что иногда мне кажется, что на кухне достаточно только, чтобы вот была она и все. И как бы вопрос решен. Сегодня я готовлю яблочные оладьи здесь. Давайте я возьму вот эту съемную чашу сюда, чтобы мне было удобно сразу. Итак, что мне понадобится? Я, конечно же, нарезаю яблоки. Итак, яблоки. Сюда крупно, потому что Кенвуд прекрасно справится с той задачей, которая перед ней стоит. Измельчит яблоки как надо. Я только закидаю их вот сюда вот таким крупным кубиком. Я думаю, этого даже будет достаточно. Поэтому это прибережем для следующего рецепта. Итак, что я сразу сюда... Ну, то есть, как бы я не буду, знаете, мне очень нравится, есть такое понятие в кухне, которое звучит так, one pot. То есть, приготовление еды в одной емкости. Вот мне нравится, когда вот так вот оно есть. Мне, конечно, понадобится сегодня еще сковородка, чтобы жарить оладьи. Но, тем не менее, вот история про one pot, это когда ты все закидываешь в одну штуку и там все готовишь, это реально очень удобно. Поэтому я сразу же сюда добавляю 3 яйца. Отлично. Добавляю сюда сахар. Кто любит послаще, послаще. Кто любит не послаще, не послаще. Как хотите. Добавляю сюда обязательно корицу. Для вкуса. Буквально несколько столовых ложек сметаны. Она у меня тоже есть. Соль, обязательно соль, мука и разрыхлитель. Мука и разрыхлитель. Вы можете, кстати, разрыхлитель смешать вместе с ванильным сахаром, тоже будет хорошо. Не буду добавлять много. One pot, все в одной емкости. И это прекрасно. Есть. Закрываем. Начинаем с небольшой скорости для начала, а потом увеличим все, чтобы у нас получилось такое классическое тесто для оладьев. Готово. Кто бы мог подумать о том, что яблочные оладьи могут быть такими легкими и простыми в приготовлении. Вспомните раньше наших бабушек или мам, которые отдельно натирали яблоко на терке, отдельно туда, отдельно сюда. Ну то есть, как бы, вы же понимаете, я же не сочиняю, оно же так оно и было. Все, что мне осталось сделать, это добавить сюда чуть-чуть растительного масла. Видите, как удобно? Даже не нужно открывать 25 раз. Вот, есть специальное отверстие, куда вы можете добавить все, что хотите добавить. И чуть-чуть на сковородочку. Изумительно. Как же все это вкусно пахнет. Итак, мы с вами начинаем жарить оладьи. Все, спасибо большое. Это мне больше не понадобится. Есть. Ну что? По поводу, кстати, оладьев. Есть такой очень классный киевский шеф, за которым я периодически наблюдаю, вот, у него, он любит жарить все такими большими, вот, то есть у него такие мега оладушки, мега сырники, мега панкейки, вот он практически на всю сковородку жарит. Я не буду уж так сильно жарить на всю сковородку, ну, так, знаете, на глаз, скажем так, на глаз. Нормально разогрелось, я надеюсь? Да, все. Все, первый пошел, пускай вот он будет такой. Сейчас я, оп, это уберу. Руки у меня чистые, вы видели. Так, пока у меня жарится оладушек, что мне нужно вам сказать? Мне нужно вам обязательно... Давайте чуть-чуть увеличу.
Мне нужно вам обязательно сказать о том, чтобы вы ни в коем случае не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях maximum.md, на платформе Facebook, Instagram, TikTok и даже YouTube, где мы выставляем много чего интересного и классного. Ну а вы возьмите на вооружение этот прекрасный и очень легкий рецепт оладьев. Я говорю большое спасибо моей горячо любимой, замечательной помощнице, которая всегда делает свое дело на все 100%, кулинарной машине от бренда Kenwood. Кухонно-кулинарный, ну, кулинария у меня, видите, как профессионально. Кухонно-кулинарной машине Kenwood, спасибо большое. А мы с вами сегодня готовили оладьи. Я буду их переворачивать, у нас заканчивается уже эфирное время, но тем не менее мы вам потом покажем, что у нас получилось. Не волнуйтесь, все будет очень здорово и вкусно. Ну что ж, зовут меня Дмитрий Бойко, мы увидимся с вами в следующих яблочных выпусках, ну а я желаю вам хорошего настроения в продолжении и классного дня. Увидимся, пока! Генеральный спонсор показа Nescafe. Новое утро. Новый кофе Nescafe Classic. Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Nescafe Classic. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Вот как сейчас все продолжают выпендриваться и тягаться? Чего? Размерами, гигантизмом. Вот у меня, мол, большая квартира, у меня большая машина. Вот посмотрите, какой я крутой. Да, а между тем... большая машина – это удобно. Большая квартира – это тоже удобно. И дорого в обслуживании. Нет, но речь-то идет больше про, скажем так, адекватные размеры. Да? То есть, если мы говорим, мы не говорим про 18-метровый какой-то лимузин, который тебе не нужен. Если мы говорим про квартиру, это не 250 или 400 метров. А да? То есть, лишь 130, да, 5 комнат и всего-то. Да. Ну, между тем, в тренде минимализм, и квартир с машинами он тоже касается. К чему же излишество? Это действительно пошло. А вот чуть-чуть для себя это сейчас модно. Современные квартиры в мегаполисах поражают метражом. Блогеры с гордостью демонстрируют, как выживают в 7, 8 или 15 квадратных метрах. Хотя нет, выживают – совсем не то слово, ведь они по-настоящему наслаждаются своим хоть и крошечным, но весьма хитро продуманным пространством. А это моя рабочая зона. Вот так элементарно появляется стол. Более того, если вам повезет, то на 8 квадратных метрах получится даже сделать двухэтажную квартиру. Да, действительно тесновато, зато для жизни есть абсолютно все. Кстати, в Токио таких квартир немало. Здесь люди совершенно не стесняются крошечного количества жилых квадратных метров. Напротив, чем лучше ты устроился, тем круче. Welcome. Впрочем, некоторые в квартирах жить не любят. Им собственные дома подавай. Сразу представили 200-метровое поместье? Но это же совсем не актуально. Вот такая крошка – совсем другое дело. Тренд на микро сегодня распространяется не только на жилье, но и, конечно, на средства передвижения. Это раньше в почете были огромные внедорожники. Сегодня блогеры предпочитают передвигаться на крошечных автомобилях. Припарковаться на таких даже в условиях тесного мегаполиса расплюнуть. Вот это по-настоящему маленькая и очень прикольная машина. Сегодня тренд на микро распространился буквально на все. Дошел даже до моды. Интересно, много ли влезет в такие крошечные сумки? А впрочем, много ли нужно в небольшой квартире и супермаленьком автомобиле?
Свет озарил наши сонные души с Дмитрием Спиваковым. Да, я думаю, потому что я появился. Нет, не ты. Сегодня у нас яркая Queen of Sugar и Queen of High Heels. Наташа Грызенко, привет. Ты посмотри, как прицел. Доброе утро. Свет озарил мою больную душу. Нет, я покоя. Кстати, я когда-то, когда был Бель, появился в Нотр-Дам, я еще была в школе. Не поверите, я играла монаха. Ух ты. И пела Бель. У нас был такой натрычка. Класс. Так, утро удивительных историй. У нас была школьная постановка, я была монахом. Ой, а почему же не цыганка Эсмеральдой? Причем, обратите, не монашка, а монах. Сейчас вот отыгрываюсь. Ну хорошо, все-таки ты к нам сегодня пришла с клипом High Heels. На High Heels. И, между прочим, образ кардинально отличающийся от образа монаха представила в этом клипе. Я бы сказала, прям от противоположного. Смотри, Наташа уже показала каблучки, а у меня чуть-чуть покороче, ну извините. Кстати, в ближайшее время запускаем челлендж. Надо будет спеть, станцевать, выставить сторис на своих самых высоких красивых каблуках. Да, ну что ж, я опять вот, и самое яркое видео, действительно, мы потом будем разыгрывать ужин в ресторане самой высокой точки города. Ух ты, как классно! Притом, независимо, откуда победит, мне просто тоже подружка говорит, а представляешь, кто-то в Париже, придется тебе подарить на Эльфовой башне кому-то ужин. Я говорю, не проблема. Очень классно. Я, например, срочно вылетаю в Париж, надеваю вот такие вот платформы. Так что следите за всеми анонсами, поставим в моем инстаграме, Наталица. Да, действительно, запустили новую песню, клип High Heels, это композиция, первая композиция после Евровидения, но авторы все те же, на арене все те же, Димитрий Скантопола, Шарм Ван. Очень-очень хороший фидбэк у нас, вот буквально за неделю у нас 1 700 000 просмотров, при том органический прирост, действительно не промовировали, ничего не делали, при этом, я говорю, огромное количество позитивных именно европейских откликов, очень хороший стриминг в Британии, в Германии, в Испании, ну и понятно, конечно же, постсоветское пространство, сейчас запустили на России, заходим, ну так как она на английском языке, все-таки больше фидбэк в Европе. Кстати, хотелось бы знать, будет ли русская версия? Не предполагается делать русскую версию, так как следом у нас все-таки стратегические свои шаги, следующая песня у нас будет на русском языке, не делюсь, пока не открываю завесу, но будет очень такая, все, я думаю, девчонки, девушки, женщины, бабушки найдут себя в этой песне. Она будет лиричная? Она будет такая, мама, я такая счастливая, с ним такая любимая, там прям, так что любая свадьба. Например, смесь Успенская и Чумакова, знаешь, девочка, девушка, женщина, да, и тут еще и счастливая. Кстати, с Лешей хорошо знакомы, еще с проекта «Народные артисты», «Славянский базар», сейчас пересекались в Сочи, он такой, Натуся, как рад, ты так поменялась. Расцвела, действительно, стала более дивоподобна. Думаешь, все дело в каблучках? Думаю, что дело 100%. В росте вообще профессиональном и в том, на какие цели Наташа зарится. Так, давай поговорим все-таки о клипе. Как снимали? Где снимали? Кто клип снимал? Клип снимали в Киеве. А зрители были за деньги? Потому что я бы, честно говоря, пришла бы посмотреть на это. Это то, что я... Я думаю, что можно в следующий раз продумать такую фишечку. Да, если можно, вот даже я смотрела, даже вот... А, кстати, например, в театре Моловой в Москве, смотришь, снова у них... постановка, и у них, я смотрю, последняя генеральная репетиция была открыта за деньги, я так понимаю, приходили зрители, смотрели. Да? Интересно. Да. Ну, кстати, на Евровидении было то же самое. Все репетиции, генпрогоны, люди покупали билеты и присутствовали. И, кстати, даже на генеральной репетиции финала присутствовала принцесса Голландии, что-то такое, было какое-то благотворительность с детками. В общем, High Heels. Делали продакшн полностью в Киеве. Постановка, режиссер выступил с нами, мой однофамилец Костя Гордиенко. Это хореограф, постановщик, очень известный. Он сейчас ведет проект «Телевизионные танцы со звездами». Freedom Ballet – это очень известный балет. Они также ставили мне номер для Евровидения. Коллектив, часть коллектива участвовала в постановке. И съемки продлились 2 дня.
Первая съемочная история все-таки была уличная, ночная. Действительно, у меня был такой опыт. Меня спускали на краю, у нас была как многоэтажная парковка, на краю парковки над бездной лебедки. Я типа страшно спускалась было. С небес. Не так страшно, как неудобно, дискомфортно, потому что лебедки, вот эти страховочные, простите, трусы альпинистские, которые тебе врезаются везде. А тебе надо улыбаться в это время. Изобразить грациозность. Грациозную лань, которая спускается с небес и загнуться, у тебя кровь в мозг приливает, и тебе уж нам бы... Ну, вот это вот отсняли, а потом перекрывали, прям действительно перекрывали один из центральных киевских мостов в ночи, полиция, кордон, и я рулила, у нас такой а-ля в стиле Mad Max, если знаете, фильм известный, у меня девчонки, просто идея клипа, что я такая вот... ну, не знаю, ангел музыки, там, супервумен, не знаю что, мы приходим на землю со своими с моими девочками, все блокируется, и вот мы обретаем человеческий вид, увидите, там, мы, типа, приходим в магазин, в общем, есть такие тиктоковские тоже фишечки, мы там прыгаем, меряем наряды, мы видим там, о, что это, как, мы приобретаем человеческий вид, и в конце мы попадаем в ночной клуб, и уже волнами музыки, вот этой энергетики, мы все их оживляем, ну и, понятно, все в конце I'll be back. Самое вот, смешное. I'll be back. Да. Почему? Планируется продолжение клипа? А, ну, безусловно, есть идеи, наметки. А самое смешное, что еврофаны усмотрели в этом, я читаю комментарии, говорят, так, она выпустила после 1 сентября. Песня длится не больше 3 минут. На английском. Тот же автор. 100% Евровидение. 100% она опять поедет на Евровидение. Типа, еще, знаешь, I'll be back. Да, да, да. Вот, ну, я не знаю, конечно, вряд ли я еще раз попытаюсь, хотя Бог любит Троицу, знаешь, ты никогда не зарекайся, может, я там... Билан с третьего раза, по-моему, привез Евровидение в Москву. Нет, со второго. Он со второго, Сережа Лазарев тоже со второго... Как бы, ну, у него прям, вот. Но тут же такое дело. Если будет хороший трек, хорошее предложение, никогда не говори никогда. Вот. Сейчас промовируем трек, активно выступаем, активно интервью, мероприятия. Буквально вот на днях вернулась с Москвы, получила премию Fashion People Awards как икона Евровидения. Ух ты! И, да, стиля. Ну, у нас действительно платье шил сам Зухаир Мурат. Летали в Бейрут, в Ливан на примерку. И, конечно, для меня была большая честь. Мне кажется, это мечта для любой девочки. Дизайнер, который шьет платье Джей Ло, Бейонсе. И тебя отмеряет. И после этого пригласил лично в Париж на кутюрную как бы показ. И мы очень сдружились. И, конечно, вот получила премию. Видели с Димой Билан. Я просто это все активно выставляю все в сторисах в Инстаграме. Ну, а вдруг есть те, кто не с Димой провели на днях тоже мероприятие в Кишиневе. Потому что мне все пытаются. Ну все, ты переехала. Я говорю, нет, я здесь живу, я активно работаю здесь, безусловно. Но, конечно, мотаюсь. Знаешь, хочешь жить, умей вертеться. Если есть востребованность. Особенно учитывая то, что у тебя маленький ребенок. Учитывая, что маленький сынуля. Ну, знаешь, есть огромное количество. Конечно, очень тяжело. Я мечтаю поспать. Вот, например, последние дни я прям очень-очень мечтаю поспать. Мечты великих поспать. Да. Вот. При этом я за все лето, у нас не было возможности поехать на море. Вот мы буквально 1 сентября мы уехали на 10 дней. И я уже там через дней 5-7, все, я устала, я не могу. Знаешь, пора работать. Да, пора работать. Вернулась, сейчас я уже понимаю, что я была, что я не была. У меня как бы вообще, ну, опять мне хочется поспать, отдохнуть. Вот. Все успевается, потому что, во-первых, он меня очень сильно мотивирует, заряжает, настраивает, плюс он уже болтает вовсю, мы это дискутируем, он уже мне тоже заявил, что он тоже хочет со мной поехать куда-то там. Собираешься у него свои там планы урагана, он понимает просто, что я с поездок привожу большой пакет с разными игрушками новыми. Значит, там весело. Да, там весело, и мама, я пойду с тобой лично в Москву, пойду в магазин, и я сам выберу, потому что знает, мама едет заработать денежки, чтобы купить Кристи подарки и привезти. Вот у нас как бы такая мантра. Но при этом он сам понимает, мы это же он занимается, это же понимает для этого вот это, то должны идти в сад, все никак не дойдем.
То холодно, то подкашливаем, то еще то что-то. Сопельки. Да, и, конечно, в свете сейчас всех ковидных этих рестрикций и моментов тоже так боязно. Я тоже стараюсь все меры предосторожности как бы соблюдать, да, вакцинирована, проверяюсь постоянно. Вот. Ну, вот такое. Живем, мы проживаем такой исторический, конечно же, сейчас период. Момент. Будем надеяться, таких моментов больше не будет. Ну, смотри, понятно, активно работать, имея маленького ребенка, это, конечно, задача максимум. Но есть задача, которая переплевывает эту. Это, например, ярко выглядеть рядом с Филиппом Бедросовичем, когда ты была на красных дорожках, там, в связи с тем же Евровидением и так далее, и так далее. Я знаю, что на этом на вот, это для меня тоже на история. Самом деле, боже, на самом деле истории уйма, миллион. Во-первых, Филипп просто мое все, спасибо ему большое за то, что он поверил в меня. И кроме наставника, ментора, продюсера, он, безусловно, стал замечательным, добрым моему сердцу другом, как, например, старший брат. Ну, конечно, и, знаешь, все эти, обычно, когда самые родные и близкие, конечно, мне больнее там, всего так, не жрать, так, не то платье, что за прическа. О, мне нравится твой макияж, а кто сегодня красил? Так, надо было тебе так накрасить, уложить на Евровидение. Знаешь, и у нас это постоянно разные ситуации. Конечно, меня даже он подстегивает, потому что то, как он держится на протяжении, боже, стольких лет, дает фору просто жару молодежи. Это да. И весь TikTok, к интернету в нем и проект за проектом, и ты просто не успеваешь, не понимаешь, как это вообще. И мы, конечно же, постоянно общаемся на связи. И да, я видел твой клип, да. Самое смешное, что мы зарелизили, запримерили High Heels в один день с Филиппом Бедросовичем. Вот, и даже Яна Рудковская выставила пост в сторис в поддержку High Heels и пишет: да, Натуся, ты смелая девочка, только ты можешь запримерить песню и клип один день с Филиппом. И у нас там топы, и как бы, ну, по скачиванию идет Филипп, там, Гордиенко, и ну, приятно, это значит судьба. Да. Это надо было не примерить, чтобы запримерить, так сложилось, что мы не сговаривались в один день, да. Ну, мы как-то вроде сговаривались и не сговаривались, потом в конце концов получилось, что все-таки в один день. И оно такое. Смелая. Значит, судьба. Ну что ж, тебе огромное спасибо за то, что приехала к нам сегодня в гости. Спасибо. Рада видеть всегда. Я вас очень люблю. Я очень всегда хочу быть с вами почаще. Так, но, все взаимно. Это все. Заходите в наш дом, наши двери открыты. Дамы и господа, исторический момент, когда у меня меняется соведущая на утренней программе. Спасибо, Таис, с тобой было очень хорошо. Ты знаешь, ты блондинка, брюнетка, у тебя просто цветные. Ты это знаешь, это мужчины сейчас, я женщин. Думаю, ну если не все, то часть тебя завидует. Да, это приятно. Вот, такая, прямо сейчас будем завидовать Наталье Гордиенко, которая в клипе снялась с огромным количеством великолепнейших женщин. Я к экрану вот так вот подвинулся. Это правда? Не могла отлепить. Самое смешное, знаешь, как мы шили эти костюмы, у меня просто образ первый, вот это супервумен, это такой а-ля гидрокостюм, который одели, и я все такая, тут мне неудобно, так мне... Так, работаем, да? То ли, как же мне это теперь все снять? Ну, это такие, знаешь, шутки с утра. Я вас люблю. Спасибо большое, дорогие зрители. В общем, переключаемся на Наталью Гордиенко. Вы можете выпить кофе. Дима, говори. Клип High Heels у нас в эфире. Давайте посмотрим. Try.
будем прощаться. Пятница для нас рабочая завершается, а значит, выдыхаем. Да, а значит, что с вами всю эту неделю трудились, мучились и просыпались пораньше. В смысле? Нет. Ну, с тобой трудились, с вами получали удовольствие. Дмитрий Спиваков. И Таиса Разумовская. Если помнишь, 3 дня, я без тебя тут, знаешь, от начала до конца программы все это тянула на себе, на своих хрупких плечах. Конек ты наш, да, конек-горбунек. Да, нет. Да, но... Я пегасица, я бы так сказала. Пегасица. В общем, Таис бежит пегасица, чего и вам желаю. Хороших выходных продолжений. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа – Nescafé.